Всем привет! Сегодня мы подробно поговорим о данном наборе, потому что сказать есть о чем. Подобных наборов в пластике я пока еще не видел. А поработал я со звездой, с Драгоном. Трампетер был. Мастербокс был, но немного другой. Но таких наборов я еще не видел. А эти подробнее. Вот данная фигура, то есть с двумя я уже поработал немного. В наборе идет 5 фигур. Подобных. У двух я немного поработал с лицом уже, то есть занимался росписью. Но это не важно. Вот наборы, обратите внимание, да, на фигуры. То есть проработано все абсолютно до мельчайших деталей. Стыковка отличная. То есть вот по стыковке вообще проблем у меня не было. Замыленность практически вообще отсутствует. В некоторых местах, в прилегании пилотки с шарфом есть малейшая замыленность, не особо сильная, то есть ее практически незаметно, но если есть желание, можно спокойно сделать этот переход ножом. А вот так вот подобного качества в пластике за эту цену я не видел, вот честно. То есть настолько вот фигуры классно сделаны. Полностью разгрузка присутствует, как у мастербокса, в принципе, всегда. У них везде идут лопатки, везде идут сухарные сумки, фляги, котелки, которые я еще не вешал и не знаю, думаю, наверное, не буду вешать. То есть полностью вся амуниция присутствует. Я возьму просто вот фигуру какую-нибудь, где много... Склад, ну вот есть эффект ветра присутствует. И возьму вот эту вот фигуру, вот эту. Это смоляная фигура от Сталинграда. То есть вот это вот смола от Сталинграда. А вот это вот пластик. Мастербокс. И я не вижу существенной разницы между ними. Чуть глубже складки на спине. Именно вот здесь. И не более чем, учитывая то, что лицо здесь абсолютно какое-то невнятное. Мне очень не понравилось с ним работать. А так, по большому счету, пуговицы присутствуют, складки присутствуют, те же самые, да рельеф-то одинаковый, по большому счету. Только это пластик. А то смола. Я не беру в расчет фигуры, которые именно вот эти, советские стрелки. То есть тут и разведка, и кого только нет. Вот эти фигуры, да, классно сделаны. То есть именно вот эти фигуры, которые будут на диораме свежо, вот они выполнены отлично. Вот три фигуры я расписал. Вот эти три фигуры выполнены классно. Но вот пленный немец выполнен отвратительно, мне очень не понравилось. Вот, это три фигуры. Что еще могу сказать по этим наборам? Если вдруг вы хотите сделать зиму 41-42 года, именно по немецкой пехоте, то вот данный набор я именно советую к приобретению, потому что вот данный набор, он очень хорош. То есть вот подобные наборы в пластике, я думаю, может сделать Dragon
Миниарт не знаю, вот эта новинка у них вышел тоже по 41-му году, но в принципе эти два набора можно как-нибудь совместить. Но вот подобных наборов я встречал очень мало. Причем даже лица выполнены очень внятно, очень качественно. Смотрим, что у нас шло еще с этим фигурами. То есть в каждой фигуре идет оружие. Два пулемета. Почему-то, наверное, на выбор один из них выбирается. Каждому шел противогаз, каждому шел котелок. Я не знаю, правда, имеет ли смысл вешать противогазы, котелки сюда. Как-то это бессмысленно, что ли, или уже уж чересчур будет. Хотя, может быть, и буду это использовать. Винтовки выполнены стандартно. То есть, ничего нового я тут не увидел. У них практически во всех наборах они идентичны. То есть, винтовки выполнены неплохо. Пулемет выполнен также неплохо. То есть качество отличное. Противогазы стандартные. Есть один противогаз обмотанный. Котелки тоже у них в принципе стандартно у мастербокса. Я уже собирал их продукцию. На мост на тот же, то есть котелки тоже имеют у них стандарт. Я думаю, у них везде они используются, то есть одинаковые, они везде у них очень интересные, очень качественные. Так что подведем итог по данному набору. Я не знаю, наверное, буду показывать роспись. С лицом не знаю, но вот по форме, скорее всего, я покажу роспись. Ну и по лицу, наверное, обновлю ролик. А то у меня был один давнишний, как бы сейчас немножко изменился уже, и роспись изменилась. То есть вот, если вдруг вы захотите сделать зиму 41-го года по немецкой пехоте, то данный набор – это то, что вам нужно. То есть вот, он сделан очень хорошо. Из него можно сделать очень классную работу. Всем, кому видео было полезным, подписывайтесь на новое видео, ставьте палец вверх. Всем пока!